Насыщенная конкурсная программа, тематические площадки и выступления городских коллективов. Впервые в Бобруйске прошел самый большой велосипедный фестиваль. «Велобум» собрал более 300 участников самых разных возрастов, которых объединила не только любовь к двухколесному транспорту, но и просто праздничная атмосфера. Такие мероприятия нужны, чтобы развивать велодвижение в Бобруйске, чтобы совершенствовались велодорожки. Очень классно, празднично, здорово, нравится все. Первым в очереди главных состязаний стал конкурс «Два колеса». 10 друг на друга не похожих участников боролись за главный приз – новенький велосипед. Соискатели байка проверяли на ловкость, скорость, силу и знания истории создания двухколесного. Это очень нелегко. Кульминацией праздника стал конкурс «Цепная реакция». Команды Центра технического творчества, неофициального сообщества «Велобобруйск» и медиахолдинга «Бобруйское житё» боролись за победу в этом состязании. Эстафета и полоса препятствий, высокая скорость и непередаваемые эмоции. Для участников были подготовлены разнообразные этапы конкурса. Ну а для тех, кто пришел на праздник без своего двухколесного друга, тоже было подготовлено много чего интересного. Колорфест, выступление велосипедистов из Минска, пейнтбол и концертная программа. После череды состязаний настал долгожданный момент – награждение победителей конкурсной программы. В соревновании «Цепная реакция» команды расположились следующим образом. Третью ступень пьедестала забронировал «Велобобруйск». На втором месте расположилась сборная медиахолдинга «Бобруйское житё». Ну а звание чемпионов завоевали велолюбители из Центра технического творчества. Все команды были удостоены дипломов и награждены сладкими подарками. Очень надеемся, что данный велофестиваль будет традиционным и будет проходить ежегодно в нашем городе. И что огромное количество людей пересядут на двухколесных и будут вести здоровый образ жизни на радость своей семье и на радость нашей экологии города Бобруйска. Большой спортивный праздник продолжался несколько часов. Гостям и участникам он подарил массу положительных и незабываемых эмоций. По словам организаторов, «Велобум» обязательно соберет друзей в следующем году и порадует велолюбителей новыми конкурсами и сюрпризами. Максим Кембель, Андрей Богдан и Владимир Гребеневич. Бобруйск 360.